привет! С вами снова Юля и наша рубрика «Английский с пеленок». В прошлый раз мы «When bananas», а в этот раз поговорим о «Finger plays a hand rhyme». Это немножко другое, чем у нас пальчиковые игры, пара сорок ворон, либо нашел этот пальчик, чистил стол и так далее. Либо английский вариант «This little piggy went to market». «Finger plays a hand rhyme» немножечко такое понятие пошире, то есть это потешки, которые сопровождаются жестами и которые, по сути, иллюстрируют содержание этого стишка. В чем польза finger plays and hand rhymes? Представьте, я вам рассказываю потешку на незнакомом вам языке. Ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба, ви-ви-ви-ви-ви-ви-ви, бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу, ди-ди-ди-ди-ди-ди-ди. А теперь вот так. Ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба. Ви-ви-ви-ви-ви-ви-ви, бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу, ди-ди-ди-ди-ди-ди-ди. А, понятно, что уже можно запомнить, что ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба это совершать действие глазами, то есть смотреть, и ви-ви-ви это слушать. В любом случае, так намного интереснее. Для малышей finger plays and hand rhymes помогают понять устройство мира, а для детей немножко старше легче запомнить иностранные слова, ведь память у них наглядно образная. А, сейчас будет музыкальная пауза, я пойду за своим любимым учеником, потому что мы сегодня без бабушки, и буквально вернусь вот-вот сразу же. Running, 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 now let's stop, now let's stop. Let's get say hello, hello, hello everyone, hello, Tony's glad to see you, yeah? Я сейчас вам покажу нашу самую первую потешку Ten Little Men. Я начала показывать ее уже в возрасте 2 недель, и это помогало нам фокусировать внимание лучше. So, Tony, you're coming to your high chair. Оп, оп. Tony, go to your high chair. Итак, Ten Little Men. Ten Little Men standing straight. Ten Little Men open the gate. Ten Little Men all in the ring. Ten Little Men bow to the king. Ten little men dance all day. Ten little men find their way. Yeah, you're playing, mommy. Yeah, Danny likes that. Огромное преимущество пальчиков игр в том, что совершенно не нужен реквизит. Где бы вы ни были, в машине, на улице, может быть, дошколят вы вывели на прогулку, всегда можно не только развлечь, а еще и поучить английский. Такие потешки будут интереснее всего самыми маленькими. Но даже с детьми постарше тоже можно их использовать. Я покажу как, при этом нужно немножечко extend activity. Давайте начнем с самых маленьких. Five fat peas. Mommy's here. Five fat peas in a pea pot pressed. One grew, two grew, so did all the rest. They grew and they grew and they did not stop. Until one day the pot went pop, pop, pop. С детьми постарше необходимо добавить картинку этих же горошин. Также можно использовать раскраски, например, раскраси посчитай. Можно сделать совместные подделки, также проиграть хором это, либо исполнить в виде песенки. Еще одна потешка, которую я хочу вам показать, Piggy on the Railway. Мне нравится тем, что в ней заложены некоторые правила поведения, что, например, опасно быть на рельсах. Piggy on the railway shouldn't be there. Along came an engine. Piggy, take care. Hey, said the driver, get off the track. Piggy ran away and never came back. Если работаете онлайн с детками, то можно поиграть в суфлера. Вы показываете жесты в камеру. Да, а при этом ребенок рассказывает заранее изученную потешку. Мне очень нравятся две барышни, и их видео о finger play stickles, там очень много примеров прикольных видео. И также многие потешки я брала из этой книги. На сегодня все, в следующий раз мы поговорим с вами о lapsed rhymes. И, кстати, у нас уже появились первые фанаты. 6-летняя Машенька видео исполняет песенку из нашего предыдущего выпуска. Давайте посмотрим. Pick bananas, pick, pick bananas. Peel bananas, peel, peel bananas. Chug bananas, chug, chug bananas. Eat the bananas, eat, eat bananas. Go bananas, go, go bananas! Здорово получилось, поэтому следуйте Машиному примеру и следите за нами, у нас очень много всего интересного. Ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал и до встречи! Tony, let's say goodbye! Bye-bye! Bye-bye! See you later, alligator! Bye-bye-bye, butterfly! Пока-пока! Пора худеть, уже вообще на себе нет времени, абсолютно. Тони?
The weather is very beautiful. You will soon go for a walk. Так, что там еще было, но не помню это. Tony! Yeah, high chair is much more interesting than mommy, of course.